1 июля в Ленинском городском округе начнется плановое отключение горячей воды для проведения профилактических работ на котельных и магистральных теплотрассах. К грядущему отопительному сезону коммунальщики готовятся уже сейчас. В настоящий момент уже ведется ремонт магистральных тепловых сетей, в частности по ПЛК, наверное, все видели, мимо ходят, значимый, видимый участок. Вот. Две подрядные организации у нас там работала, заменили 2D500, вот. Довольно-таки приличный метраж. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией отключения горячей воды будут производиться по 31 августа на срок не более 14 дней. Точные даты по своему адресу можно найти на специальной интерактивной карте, ссылка на которую есть на портале «Добродел» и на сайте администрации муниципалитета. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы Ленинского городского округа Алексея Петровича Спаскова поручено проработать вопрос об отключении горячего снабжения на 10 дней. МУП Видновского ПТОГХ выполняет это поручение. Единственное, в части останова именно в городе Видное будут происходить на 14 дней. Связано это с тем, что Мособлгаз будет проводить свои плановые работы, ремонтные, на газорегуляторных пунктах. Во время профилактических и ремонтных работ проходит обследование, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. В процессе производства работ у нас будут проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей. Те участки, которые не выдержат, они будут заменены, отремонтированы и запущены в работу. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства обслуживает более 137 километров тепловых сетей.